В Саратове задержаны подозреваемые в сбытии психотропных веществ. Сотрудники управления наркоконтроля задержали подозреваемых в распространении амфетамина. Крупные закладки были обнаружены на Кумысной поляне. В пластиковые пакеты были расфасованы мелкие свертки по несколько граммов. В общей сложности специалисты обнаружили и изъяли около 300 граммов амфетамина, а также около 40 граммов наркотических средств различных видов. Обыск продолжили и в месте проживания задержанных молодых людей. В ходе предварительного следствия установлено, что у данных молодых людей в ходе личного досмотра было изъято наркотическое средство, а в последующем в квартире по месту их жительства была обнаружена крупная партия наркотических средств и психотропных веществ, которые были изъяты. За раскладку свертков с наркотиками обоим задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.